все бросили и прилетели в Узбекистан. И сейчас мы находимся в Ташкенте. Невероятное место. Короче, план такой. Во-первых, мы сегодня не спали. Плана нет вообще. Они когда вот это делали? Они что, друзья Бентли? Вы башкой думали, когда это делали? Ну реально, то есть вы понимаете, что нужно? Я не могу залезть просто. Я должен вот так вот упереться, как кот, который мыться не хочет. Вот так залезть. Спортсмена этого дня. Я здесь, короче, ребята. 1001, 1002. Когда сюда ехали, нам вообще на самом деле все говорили: Давидыч, ты не найдешь машину здесь. Дело в том, что 2 года назад здесь скончался бывший президент. То, что я вам сейчас рассказываю, это голос людей, с теми, с которыми я общался, разговаривал. И получилось так, что все было в застое. Ничего не двигалось. Ничего не развивалось, непонятно куда, если развивалось, то непонятно куда. И это было много-много лет. Ну, конечно, ничего не развивалось, конечно, здесь ничего не продавалось. Конечно, здесь люди жили, как на Кубе. Город реально очень красивый. Просто посмотрите. Ой, как прикольно. Здравствуйте, ребята. Какие прикольные штуки. Это вы вручную все делаете? Там что интересного? А, вот рисуют. Ага. Нарды есть у вас? Да, есть. Есть. Что, Ташкент? И дрифт-режим. Интересные вещи. Я просто хочу покататься по ночному Ташкенту. Нам говорили, что мы не найдем машины. Нам говорили, что мы не найдем вообще никакую машину. Нам помогли найти ребят, у которых такие машины есть. Атабек, огромное тебе спасибо, потому что если бы не ты, мы бы что нашли. Мне кажется, что только в Узбекистане можно вот так вот круто провести мероприятие, спокойно, никто никого не гоняет. Блин, ну круто. Мы обязательно сюда еще раз приедем, и не раз. Я вам обещаю, 100%. Всему узбекскому народу, всей нации, от меня огромный поклон и спасибо вам всем большое. Ребят, еще раз спасибо вам всем. Мы обязательно вернемся. Всех обнимаю.